путешествие Рига. Могущественный ас носил имя Хеймдаль. Отцом его называли Одина, а матерей у него было сразу 9, и все сестры. Вот как их звали: небесный блеск, голубка, кровавые волосы, прибой, волна, всплеск, вал, бурун, рябь. Все они были волнами, дочерьми океана, ибо переменчиво море, оно ведь то ласковое, тихо шепчущее на заре, то шершавое дождя, то грозное, вздыбленное непогодой, а иногда и кровавое, когда попадает судно на скалы или боевые корабли сходятся в сражении. И кажется людям, что проще запомнить 9 сестер, а не одну в 9 различных обличьях. Хеймдаль родился вместе с солнцем из моря, когда весь мир залит был утренним золотом, и частица этого золота осталась с ним на всю жизнь. Сказывают, даже зубы его отливают золотом. Впрочем, злые языки утверждают, что Хеймдаль вначале был всего лишь барашком на гребне волны, и зубы у него никакие не золотые, а желтые, как у барана, прожившего много зим. Но все знают, что злым языкам лишь бы болтать, о людях ли, о богах. А еще есть у Хеймдаля резвый конь, золотая челка и золотой рог по имени Гьялархорн. Громкий, во всех 9 мирах будет слышно, когда он затрубит. Хеймдаля называют иногда белым асом, ибо велика его священная сила. Меньше сна нужно ему, чем птице в летнюю пору. Зорче сокола, зорче орла Хеймдаль видят все за сотни поприщ, ночью и днем. Может расслышать, как растет шерсть на овце, как растет трава, тихо и неприметно поднимающая опавшие листья, раздвигающая камни тонкими корешками. Хеймдаль выстроил себе двор в Асгарде, в небесных горах Хеймбьорг, там, где радуга упирается в небо. Радугу построили боги в начале времен, чтобы служила она мостом от земли до неба, и назвали ее Бивреост. Трех цветов этот мост и очень прочен, и сделан нельзя искуснее и хитрее. Если задумает пройти по нему смертный, чем-нибудь себя запятнавший или просто не заслуживший великую честь пировать у богов, сколько бы он ни мчался за радугой на самом быстроногом коне, она лишь отдалится. А полезет на мост, обросший инеем Хримтурс или каменный великан, живущий в горах, тотчас вспыхнет в радуге красное пламя и прогонит глупого людоеда. Много в Асгарде прекрасных мест и нарядных чертогов, и все они под защитой богов. А Хеймдаль живет у самого края небес, потому что он страж асов. Сказывают, он первым узнает, что приблизилась гибель вселенной, и затрубит в рог Гьялархорн, созывая богов и людей на последнюю битву. И мост Бивреост подломится, когда поедут по нему сыны Муспеля на своих огненных скакунах. Но об этом потом. Однажды случилось Хеймдалю путешествовать по Срединному миру. Долго шел он берегом моря, узкой тропой между скал, а когда день стал клониться к вечеру, увидел жилье. Чуть видна над землей была крыша этого дома. Слабенький дым еле поднимался над нею, но дверь оказалась не заперта. «Входи, добрый гость, обогрейся и отдохни». Ас вошел внутрь и увидел у огня читу людей, прабабку и прадеда, седых, морщинистых, в стариковских уборах. Поздоровался с ним Хеймдаль и назвал себя Ригом. На одном заморском наречии это значило «вождь». Обрадовались гостю хозяева, посадили на почетное место в доме, посередине лавки, у длинной стены против входа. Вынесла прабабка хлеб из ячменя пополам с отрубями, с толстой коркой, с тяжелым мякишем. Подала на стол похлебку и лучшее лакомство, какое нашлось, жареную телятину.
Учтивым и знатным показался Рик старикам. Вел он разумную беседу с хозяевами, занятно рассказывал и мудро советовал, как унавоживать поле и собирать с него камни, плести корзины, выхаживать телята и гнят. Дивились прадед с прабабкой мудрости Рига. А пришло время стелить одеяло на лавке, уложили гостя посередине между собой. Так поступали когда-то на свадьбах с изваяниями богов, чтобы благословили они семью, чтобы священный дух вошел в тело женщины и воплотился добрым потомством. Откуда могли знать хозяева, что приютили у себя бога Аса? 3 дня он гостил у них в доме, потом распрощался. И вот минул срок, и произошло чудо. Прабабка, седая морщинистая, родила сына. Его окропили водою и приложили к земле, вводя в солнечный мир, и назвали Трель. Вырос он некрасивым, черноволосым и смуглолицым, с длинными пятками и толстыми пальцами, но зато смешливым и сильным. Небогатый был дом у прадеда и прабабки, и Трель привык ко всякой работе. Ловко вил лыковые веревки, делал веники, без устали таскал из лесу хворост. Начал появляться в доме достаток, сделалось веселей. А когда возмужал Трель, забрела к его очагу бездомная девушка по имени Тир с загорелыми руками и босыми исцарапанными ступнями, такая же, как он сам, некрасивая работящая, и такая же большая охотница посмеяться и поболтать. Понравились они с Трелем друг другу, и посадил он ее рядом с собой на хозяйское место. Жили они в довольстве, 2 труженика, и родились у них дети. Хёсвер – смуглый, Фьёснир – скотник, дочь Амбот – служанка, и еще много других, заслуживших такие же имена. Лентяй, толстушка, пастух. И говорят, от них-то пошел весь род рабов. Потому и зовут люди всякого раба Трелем, а рабыню – Тир. Между тем Рик шел все дальше зеленым шепчущим лесом, и вновь тропа вывела его к жилью. Этот дом стоял на поляне. Мычали, возвращаясь домой, бурые коровы, хрюкали свиньи. Открыл ас незапертую дверь и шагнул внутрь. Здесь было больше достатка. Стоял в углу красивый ларь, полный добра, а по бревенчатым стенам висели расшитые покрывала и выделанные меховые шкуры. Дружной работой заняты были хозяева. Мужчина мастерил ткацкий станок, женщина пряла, вращая веретено. Показались они Ригу помоложе прабабки и прадеда, и то верно. Звали их бабка и дед. Славная была чета и нарядная. Вьется у деда на лбу кудрявая челка, русая борода опрятно подстрижена, на плечах искусно скроенная рубаха. У бабки хорошая безрукавка, шея в платке, на груди блестящие пряжки. Приветили хозяева гостя, посадили на почетное место посередине скамьи, принялись угощать. Хлеб в том доме был из просеянной муки, мягкий и вкусный. Много деревянных блюд поставила бабка на стол. Не в нужде жили, хотя и не в роскоши. 3 дня провел у них Рик. Рассказал, как умножить богатство, как снарядить торговый корабль, как решить любой спор по закону, садясь всем народом на собрание Тинг. Потом распрощался, и все повторилось. Родила бабка сына краснощекого, рыжего, с живыми глазами. Был он окроплен водой из чаши и назван Карлом, земледельцем. Возмужав, стал он приручать могучих быков и ладить сохи для пахоты, строить дома и просторные хлевы, сколачивать повозки и возделывать землю, ловить в море рыбу и ездить на торг. Дед с бабкой нарадоваться не могли сыну, которым благословил их Рик. Подыскали ему невесту, прозвали ее ласково Снёр, сноха. Носила она платье из козьей шерсти и меховую накидку, чтобы водился достаток, а у пояса связку ключей, как приличной домовитой хозяйки. Сыграли свадебный пир, начали Карл и Снёр дружно жить-поживать, завели собственный двор, стали награждать слуг, возделывать землю. Говорят, дети Трели и Тир были у них в работниках, а хозяйские сыновья прозвались Смид – мастеровой, Дренг – парень, Брейд – плечистый, Хёльд – житель. Были и дочери – Вив –
женщина, снот, госпожа, свани, гордая. Вот от кого пошел в Мидгарде род свободных людей, землепашцев. А Рик шел все дальше, наезженный широкой дорогой. И вновь дом ждал его на пути, залитый солнцем, входной дверью на юг, чтобы шли внутрь свет и тепло. Настежь была распахнута дверь, а пол устлан соломой. Сновали вокруг проворные слуги, пасли скот, собирали камни с полей, возводили ограды. Не нужно было хозяину рубить дрова и унавоживать землю, а хозяйке весь день готовить еду, шить, стирать, доить бодучих коров. Оттого тяжкий труд и нужда не составили их прежде времени и называли их славными именами – мать и отец. Когда пришел Рик, отец тащил стрелы для охоты, плел крепкую тетиву, примеривал ее к луку, а то оборачивался к хозяйке. Подолгу смотрели друг другу в глаза мужчина и женщина, и крепко переплетались их пальцы. В голубой до пят вышитой рубахе сидела хозяйка, и все прихорашивалось, то рукав, то пояс поправит, то ожерелье на шее. Блестящие светлые брови были у матери, и кожа была белее чистого снега. Усадили они с отцом Рига посередине лавки, завели с ним беседу и говорят, что ни прадеду с прабабкой, ни деду с бабкой не дал он столько советов, как этим двоим. А дошел черед до угощения, внесли работники стол и разослал на нем мать для гостя льняную зорчатую скатерть. Поставила блюдо с насечкой серебра, кувшин заморского вина и драгоценные кубки. Подала жареную птицу, мясо и сало, пшеничный хлеб и тонкие румяные блины. Даже в Асгарде не устыдились бы таких яств. До позднего вечера сидел Рик с хозяевами за угощением разговором, и так все три дня подряд. И вот каким сыном благословил Ас хозяйку. Румяным, светловолосым и стройным. Окропили его водой, спеленали шелками, дали ненаглядному имя Ярл, вождь воинов. Начал он подрастать, и заметили люди, что глаза у него были зоркие, умные и блестящие. Но и страшен порой становился их взгляд. Юному ярлу пришлось по душе воинское молочество. Потрясал он отцовским щитом, луки гнул, готовил тетивы, стрелы точил, охотился собаками на медведей и свирепых волков, метал дротики, учился владеть копьем и мечом. И плавать, конечно, ведь воины ходят на кораблях. И говорят, Хеймдаль вновь посетил этот дом под именем Рига. Поведал он ярлу таинство рун, научил обрядам, чтобы освещать наследную землю, назвал его своим сыном, ведь и Рик, и ярл значило вождь, только на разных языках. Стал ярл ходить с оружием и щитом, а когда встречал другого такого же сильного и удалого, схваткой решали, кому уступать тропу. Бывало, смертью кончалась такая молодецкая ошибка, но бывало и побратимством. Собрал себе ярл дружину на загляденье и назвали его щедрым вождем. Без скупости дарил им сокровища, дорогие кольца, поджарых коней, рубил на части серебряные крученые ожерелья, чтобы каждому досталось. А потом заслал сватов к Херсиру, правителю части страны. Полюбилась ему дочь Херсира, умница с пригожим белым лицом и тонкими пальцами. Звалась она Эрна, умелая. Херсир хорошо принял сватов, ведь подвиги ярла снискали ему немалые владения, целых 18 дворов. Отдал он дочь замуж за ярла, сыграли свадьбу и начали молодые жить в довольстве, достатке и счастье. Давали они своим детям хорошие имена. Наследник, сын, продолжатель. Младшим у них был кон, отпрыск. Все удались молодцами, как на подбор, особенно младший. Умел он не только сражаться, укращать коней и двигать на расчерченной доске резные фигурки. Лучше отца понял он силу рун, могучих волшебных заклятий. Мог облегчить женщине роды, успокоить морскую бурю, вещим словом затупить вражеские мечи. Говоря даже язык птиц, разумел. И однажды, проезжая по лесу и беседуя с птицами, услышал он голос ворона. Рассказывал мудрый ворон о героических подвигах, о дальних странах
и о достойных мужах, с которыми настоящему воину подобало бы сражаться и брататься. И думают люди, что это Один, отец богов и людей, послал юному Кону свой знак, призывая его к служению. Оттого и называют Одина покровителем воинов, а лучших, могущественнейших вождей – конунгами, потомками Кона. Изготавливаю руну Райдо. Народившись, вышел в путь. Мамкину оставил грудь. Вдаль от устья до истока повлекла меня дорога. Сколько троп я истоптал, где я только не бывал. Добродяжничество жадный, пригожусь как провожатый. Райдо, движение беспрепятственно, удачные обстоятельства, все время путешествия, приятное общение, идти дорогой сердца среди единоверцев. Райдо. Райдо. Народившись, вышел в путь. Мамкину оставил грудь. Вдаль от устья до истока повлекла меня дорога. Сколько троп я истоптал, где я только не бывал. Добродяжничество жадный, пригожусь как провожатый. Райдо. Движение беспрепятственно, удачные обстоятельства, все время путешествия, приятное общение, идти дорогой сердца среди единоверцев. Райдо. 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 Серьезно, сурово, свирепо. Игдразиль — вселенское древо. Игдразиль — вселенское древо. Серьезно, сурово, свирепо. Речь
рун в тишине, громогласно, гремит просто, кратко и ясно. Гремит просто, кратко и ясно. Речь рун в тишине, громогласно. Зрю в корень источника знания, сознанием объяв мироздание. Сознанием объяв мироздание, зрю в корень источника знания. В Мидгард дар грянь. Зримо явь стань. Аудумла урд Хеймдаль. Гримнир, Мимир, Мидгард, Бальдр, Тор, Йормунганд, Игдразиль, Гунгнир, Мьёльнир, Асгард, Зиг, Райдо. Дадено да Влади дом, чудо запечатано. Ключ на океан дно, свет свят весь, сила здесь. Ладья золотая в небесной лазури навстречу заре величаво плывет. В земной глубине жарко вспыхнули угли, подземный кузнец ключ волшебный кует, слова замыкаю и ключ.